Hello everybody, hi my students, hello friends. Вот в связи с тем, что начало августа, как мы видели по графику Пифагора, не обещает нам такой стабильности, которую хотят паразиты трудящихся масс, да? Они сейчас стабильности стремятся, чтобы царствовать подольше. Вот выборы, чтобы прошли у Лукашенко. Как говорится, Лукашенко, и чтобы сидеть еще 6-7 срок, 8-10, и потом деток. И вот, значит, там же близко он, Лукашенко, к Варшаве-то. Вот мы ему сейчас песню-то и заведем, интересную песню, да? А песня старая, простая. Сейчас найду. Песня, конечно, это марш, не песня, а, можно сказать, гимн трудящихся всех, которые на макарошках, да, пусть макарошки там пожрут, да. Ну, вот эта песня как раз тех людей мрет в наши дни с голодухи рабочей, вот так вот, да. Поэтому
август, как вот Пифагор нам и говорит, это так и есть. Август 2020-го, что тут случилось? Вот второе число, мы показывали этот график уже много раз. Это Пифагор, он, ну, хоть до какого года можно вычислить? 8, 2, 20 мы это дело еще показывали, в феврале. Вот, ну, у нас и на 21-й есть, и на любой год можно составить, было бы желание, да? И вот у нас второе число. Первое мы показывали, там была нестабильность, выступление также в Хабаровске. Но второе число, это по всему миру было. Видите, ноль стабильность, да? И вот мы это, на это как раз сегодня обратили внимание. Второе число, по этому графику у нас ноль стабильности. Так оно и произошло. Но мы не будем Россиюшку, матушку рассматривать. Что в Германии произошло? Потому что мы же на Германию у нас равняется. Завклубом-то он в Германии служил, да? Сейчас вот мученик, как говорится, узник совести, который там в бункере сидит где-то там под Кремлевской стеной. Он же в Германии завклубом служил. Вот там в Германии 100 тысяч вчера вышло, 100 тысяч человек в Берлине. Ну, по всей Германии там не с числа. С матем, как говорится, да? А, ну, в Хабаровске, да, в Хабаровске был, ну, события в Минске. А сколько в Минск собрал? Минск же это маленькое, там всего-то, все в Беларуси насчитывают всего 3 с чем-то миллиона человек. И в Минске, где забитый народ, самый забитый народ, запуганный вот этим КГБ ихним. А там же КГБ зверствует, как в 37-м году, уже 26 лет зверствует КГБ. Исчезают люди, бесследно исчезают, все. И несмотря на это, 50 тысяч человек вышло в Минске. 50 тысяч – это в пропорциональном отношении даже больше, чем в Берлине. По сравнению с общим количеством жителей вот в этом обстановке, да? Ну, что делать у нас здесь? Вот, боевой, почти кровавый бой между нашими краповыми беретами и, значит, вот этими костоломами из команды Золотушного, этого Золотого, да? У которого то понос, то Золотуху. Вот сейчас у него понос, его нигде не слышно. То понос, то Золотуху, это как раз, они только кости могут бабам вот этим и безоружным людям ломать кости, руки, ноги. А когда нарвались они на десантника вот вчера в Москве, то они поняли, что уже не на того нарвались. И здесь уже они поняли, что нужно им, они как черепаха спрятали свою голову под эти шлемы. И сидели там, сбившись в кучу трусливо. Вот. Вот таким образом. То есть псы вот этого, значит, трона, это псы трона, Росгвардия, это псы трона, да, вот кровью трудящихся масс залит этот трон московский, да, за вот эти 30 лет, начиная, как грабеж начался, вот этот Чубайсятина, это повылазило со всех углов, и вот они, значит, пьют кровь спекулянты, спекуляция, это равносильно геноциду, вот, ну и соответственно результаты. Но мы видим, что это все предопределено, правильно? Потому что мы график построили заранее. Вот у нас сейчас вот много пророчеств. Вот. Пророчество, там это, там какая-то Ванга пророчество, это пророчество, какое-то там это, но они пророчества задним числом. Потому что мы эти пророчества только сейчас видим, когда уже события произошли. Ты пророчествуй до и сообщай, да? До, заранее сообщи. Что вот такого числа, как вот этот вот наш знаменитый там, кто Авель, что предсказать это был, не знаю, Василий Васильев такой был. Он предсказывал даже по минуте. Вот этот царица в такой-то час, в такую-то минуту, такого числа помрет, и все. Что там этот помрет, это, и все, до Николая Второго это тоже все расстреляют, там-то, 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 у вас столько часов, столько-то минут. Все записал на записку. И эту записку передавали, передавали, вплоть до Николая Второго она дошла, и эту записку сообщили ему, что
предстоит ему принять как мученическую смерть за свою звериную печать, которую на правую руку себе поставил. А дракона нарисовал на правую руку, наколку сделал такую уголовную. Ну, он и был уголовник, крови народной на них. Вот. Правильно, Варшавин, кстати, про эти троны, кровавые троны. Ну, а дальше, значит, какие троны-то? Ну, мы гуманные люди, мы сейчас людей просто спекуляцией задаем, потому что чего спекуляции, они сами передохнут там на макарошках сидя, правильно? И что там, в магазин ходишь, а купить ничего нельзя, цена-то, вон она какая. Не успевает пенсия-то за этой ценой. Ну и там и пособие по безработице не успевает, и не успеет никогда, потому что в протоколах сионских мудрецов это и заложено. Опережающий рост цен, опережающий, мы будем, говорит, повышать, но цены будут опережать. Заложено было 1,5 века назад, что там говорить, выполняется? Выполняется. Так же, как и вот этот график выполняется. И Варшавянка, в свою очередь, она тоже выполнилась, она заранее пелась, да, а потом выполнилась в 2017 году. Ну, так же выполнится и сейчас, потому что мы видим график Фагора, его, ну, нельзя никак. Те люди, которые служат тьме, их не судьба, это как расписание поезда, она посекундно расписана. Им не уйти от расплаты. Как Лукашенко, но все равно они цепляются за эту власть. Всеми путями цепляются. Лишь бы удержаться. А вот посадить еще там своего сына посадить. Как будто ему от этого будет лучше там этому сыну, да. Ну вот сколько Романовы сажали этих своих отпрысков. Не счесть количество, но потом они все, так или иначе, они даже и не Романовы уже были. И так же, как вот эти, совершенно не короли Англии, там уже подмешаны и другие кровя, как говорится, да. Родословие уже смотреть туда нельзя, там все уже грязно. Тем более там уже на киноартистках женится, которые уже на топтанных курях, как говорится. И все равно этому принцу, как там Чарльз, принц, не Чарльз, а у него есть еще такой рыжий конь, вот, уехал в Америку. Ну, в Америке тоже, кстати говоря, серьезные назревают события. Уже там, как же, одесские ребята уже там очкуют, тут вот один из Майами, все время сообщает, у него есть тут это, ну, ураган там какой-то сейчас приближается, он в панике там, не в урагане дело, а тут вот революция намечается, что, значит, если сейчас Трампа они не убьют, демократы, то они не свергнут, то значит, Трамп их, в общем, ребята, давайте это мы линять отсюда уже. На балконах сидят, они там обсуждают около этого майамского пляжа, как оттуда слинять вовремя, вовремя смыться. Главное в профессии, да? Вот мечты такие этого Рабиновича. Уже смываться с Америки, потому что там тоже гражданская война намечается. А зачем нам туда лезть? Сага, пойдем в Молдавию опять. Говорит, многие уехали, а зачем вам тут сидеть? У них в Молдавии домик и этот виноградник. А тут сейчас вот намечается уже бойня, бой кровавый, святой и правый. Вот так вот. Тоже запланировано это все. Запланировано. Вот таким образом. Ну, у них планы, а у Пифагора там, у него свои планы, у Лейбница планы свои. Но все они потом в итоге стыкуются, да? Стыкуются, и все выполняется. Но, к сожалению, не на користь Спартака, да, вот так вот, как говорится. Пифагор, славу, вот воспеть, славу Пифагору, еще какую-то песню. Вот есть у нас тут композитор, тут вот смотрят ведь, и тут и вот, и Семен тут вот смотрит, Семен, который песни сочиняет. Ну, хоть бы сочинил бы про Пифагора что-нибудь, умный мужик такие песни сочиняет. Вот, Слепаков, Семен Слепаков, прямо к нему обращаюсь. Ну, про Пифагора, гимн хоть пропой, сочини, там, да, дар-то свой раскрути. Ведь это же Пифагор, это вечность, это пока земля еще вертится, все, Пифагор будет. А ты вот сочинишь, Семен Слепаков, такой гимн про него,
песняка такого современного. Ну, это будет и сам, как говорится, с ним тоже. Твое имя тоже будут помнить, пока и Пифагора будут помнить. Как Гуао Даумус, да, помнят. Сейчас очень много лет прошло, а Гуао Даумус помнят до сих пор все. Игитур, Ювенесдум Сумус. Вот таким образом. Значит, следующий день у нас пятый намечается. Сейчас пока со второго на третье пойдет до четверки стабильность, то есть вот именно с сегодняшнего дня и до четвертого можно, то есть да, третьего уже у нас стабильность пошла вверх, ну, сегодня уже сходил, прогулялся там. 100 метров нам продлили, в Московской области продлили. Еще 100 метров до магазина и до мусорки, и все, продлили отсидку. Вот, тюрьма не прекращает, перманентная тюрьма. Ну вот за нас ребята, десантники, видите, там они хотят там к макарошкам еще что-нибудь, там какой-то еды добавить, там еще. Там, если они свергнут трон. Потому что еще предстоит трон свергнуть. Ну, Хабаровск настроен решительно. Шварценеггер поддержал. Кого? Хабаровск? Нет. Сейчас уже, как говорится, уже проект Путина поняли уже все, даже все в мире. Хотя вот такая пропаганда Рошельдовская была. Путина же поднимали, как говно на лопате. Его хотели сделать иудейским царем во всем мире. Хотели, пыжили. Ничего не получилось, не вытянул. Он не проявил должной жестокости. Вот в чем дело. А там же в протоколах говорится, какого мы, говорит, царя будем поддерживать иудейского, который будет жестоким, жестоко подавлять вот эти вот, пока он был жестокий, его. А сейчас вот он, ну, не бьет этих митингующих, там эти все, и Лукашенко даже перестал бить. Ну, они уже даже... Их уже списали с масонской системы, потому что протоколам нужно жесткие, бой кровавый должен быть, святой и правый, и свобода, главное, самая основная, значит, поклевка на свободу должна быть, да, и тут уже должны все сбежаться и выполнять приказы. Толпа должна быть управляема словом «свобода», да, вот мы вас ведем к свободе, и все кинулись туда, к свободе. И сколько раз уже на этом кидались, и все время вляпались, вдрючивались в лужу, да? Как и во все времена. Ну, масоны используют слово «свобода», «равенство», «братство». Это вот французская революция, это Муссонери устраивала эту французскую, великую французскую революцию, да? И Наполеона она подогрела, на Москву пустила. Здесь уже они... Совместный проект по грабежу Москвы был заранее запланированный. И Кутузов там был в теме, он пропустил до Москвы-то, да. Причем там не хотели, половина генералов было против вот этой предательства, да, Кутузова. Но у него было большинство, свои вот эти масоны. Он два голоса взял на себя, два голоса. И вот этим вторым своим голосом, значит, пересилил отдать Москву. Вот такие дела. Тоже нестабильность такая. Ну, мы те графики тоже можем построить, вот это всю историю, все же можем построить. Но это надо компьютером заниматься, это надо программиста какого-нибудь посадить, чтобы вот это все, ну, дизайн навел, вот это все. Это же бездонное море информации. Не надо никакой историка, ничего не надо, никаких документов не надо. Все вот, пожалуйста, второе число ноль стабильность. По всему миру ноль стабильность. Ну, куда ни кинь, всюду получался там клин. Пифагор работает. Вот ждем пятого. Что будет пятого? Вот такие наши новости дня. И песня соответствующая этому дню нашли. Да. Ну, и всего доброго. Слава, конечно, Пифагору и «We'll meet again». Как говорится, «We'll meet again». Песня-то поет
певица такая, которая дожила до 103 лет. Всего доброго, до новых встреч. Вилмит Иген.